Макса в океанариум у нас в Киеве на Дарнице находится. Сейчас пойдем покупать билетики. Надо билетики купить, зай. Да. Ну вот, да, чуть-чуть надо подождать. Подойди ко мне. Стоимость и расписание. Дело в терминале? У меня есть. Куда ты пришел, сынок? Что? Куда ты пришел? В океанариум. А что ты тут будешь смотреть? Рыбы. Рыбы? Акулы, да. Черепахи, да? Да. Мы сейчас зайдем, папа. Мы сейчас зайдем, мам. Да. Ты хотел, да? Да. Уже все? Да, папа купил уже билетики. Папа, что мы закупили? Заходим. Да. Давай раздеваться, курточки наши. Как красиво. Как красиво. Давай, мы тут разденем. Давай разденемся. Как тут красиво. Пришли. Да, видишь, как красиво здесь. Здравствуйте. Проходи, давай. Да, мы прочитали. Давай, открывай дверь. А, вот это, да? Макс, иди, это выход. Давай. Рыбки. Класс. Смотри. Красиво, смотри, какая желтенькая, красивая. Вот, вот, смотри, яркая. Они за тобой, видишь? Смотри, мы отходим. Пойдем кататься. Класс, маленький, большой. А здесь, смотри, какая большая. Ого, какой. О, ты посмотри, какая рыбина. Классный, да? Можно почитать на сверху, как они называют. Большой рыба фугу. Или рыба собака, представляешь? Ядовитая рыба. Вот это какая-то рыба. А вот, смотри, плавает внизу какая. Ого! А тут видишь ультрафиолетом? Смотри на видео. Можно не сюда пойти, мама? Пойдем. Красивая какая. Ух ты. А вон, смотри, сыночек, какая. Рыба-червяк. Вон, смотри, в кораллах. Видишь, ротик открывает. Да, пойдем. Понятно? Как червяк. Офигенная. А вон, смотри, какая большая. Вон, смотри. Ого себе! Вот, смотри. Ого, ничего себе! Да! Мурена. Да, а теперь... А, это же это ядовитое. Пойдем. А это туннель, там, где черепаха. Ого! Смотри наверх, Макс. Наверх черепаха. Вот, вот плывет. На черепаху. Как тут красиво. Смотри, Максим. Вот плывет. Смотри, какая большая.
черепаха, видишь, поплыла? Вот, смотри, какая там резина. Смотри, какая там резина. А вот еще одна черепашка, смотри, вон, вон сзади. Акула, смотри. Акула проплыла, вот. Видишь? Пойдем, да. Теперь пойдем наверх. Макс. Акушки тут. Фина, иди сюда. Смотри, какая яркая рыбка. Видишь? И вот смотри, какая красивая. А вот смотри, голубая. Вон внизу. Подними его чуть-чуть. Вот, видишь? Смотри. Вау! А теперь пойдем сюда. Вау, пойдем сюда. Подожди, сын. Макс в восторге, конечно. Снимать здесь неудобно, потому что оно отсвечивает ультрафиолетом, кажется. Мне, с одной стороны, очень жалко таких рыбок. Ого, язык. Обалдеть, зубастые. Вам. Класс. Привет, рыба. Какая красивая. Ты видел, кораллы движутся? Вот. Шевелятся. А где я тут не покажу, а вон смотри, какие кораллы большие. И вот смотри, движется, видишь? Кораллы. Да. А вот тут тоже движется. А это на грибочки похоже, да? Смотри, какая светящаяся рыбка. Да, там. Да, там, там где скаты. Она плывет, посмотри. Она движется. Ну, конечно. Вон, смотри, над нами. Вау, идем сюда. Так мы оттуда пришли, идем в другую сторону. Мы там были уже, зайка, мы в другую сторону идем. Thank you.
Вот, прыгай, черный. Класс, да? Офигеть, рыбы вверх ногами плавают. Класс. Всем добрый-добрый вечер. Я снимаю для вас кусочек влога. И у меня сейчас проснулось сильнейшее желание что-то испечь. Поэтому я сейчас буду делать турецкие тулумбы. Это медовые огурчики у нас называются. Или еще как-то, не знаю, как они называются в Украине. Но турецкие тулумбы я уже не раз делала. Это из заварного теста такие вот огурчики 2-3 сантиметровые, обжаренные во фритюре, то есть в масле подсолнечном, и пропитаны в сиропе. Я это не ем, потому что мне после этого плохо, но у меня папа и муж обожают это, и с молоком, с чаем, с кофе всегда едят. Я могу съесть один, максимум два, это если мне прям сильно захочется чего-то, но они достаточно жирные, и мне после них тяжело. Вот, сейчас буду делать заварное тесто. В общем, стандартное заварное тесто. Делайте по своему рецепту. Все хорошенечко перемешиваем. Сначала завариваем тесто, добавляем яйца, варим сироп 15-20 минут, 200 грамм сахара и половину воды, по-моему, или в два раза больше. В общем, внизу подробный рецепт напишу, сейчас сама буду в заметки залазить, смотреть точный рецепт. Поэтому буду готовить турецкие тулумбы, покажу в итоге, что получилось. Вкуснятина у нас получается очень сочная, воздушная внутри, они пустые вообще, слышите? И сладкие. Тулумба. Сейчас попробую разломать одну, покажу вам. Вот такая вот вкуснятина. Так что всем приятного аппетита. Всем добрый вечер. У нас сейчас вечер, поэтому всем доброе время суток, смотря когда вы смотрите это видео. Хотела поделиться с вами новинками от компании Faberlic. Здесь те продукты, которые я раньше не показывала. Показывала, но очень редко. Первое, что хочу показать, это вот такой вот набор. Подарочный набор «Зима». Мне кажется, для подружек на подарки на рождественские, новогодние праздники очень круто будет. Это набор, в который входит крем для лица и тела, крем для рук и бальзам для губ. Очень классные ароматы уже чувствуются даже в запечатанных упаковках. Зимний крем для лица, зимний крем-концентрат для рук и бальзамчик тоже зимний. Очень красивая упаковка, такая, знаете, девичья, нежная и очень нарядная такая, классная. Поэтому присмотритесь. Дальше. Первый раз я в Faberlic решила попробовать вот такой вот гель для интимной гигиены с афродизиаками для чувствительной кожи. Слышала очень много отзывов, но почему-то, ну, я никогда не пользовалась такими гелями. Сейчас решила попробовать. Возможно, понравится.
заказала новинки зубных щеток. Это детская зубная щетка новенькая. Там много расцветок, поэтому вы найдете. Написано 6+, но мне кажется, подойдет и для деток помладше, потому что она мягкая написана. Тоже такая интересная, яркая. Максу понравится. И взяла нам с мужем вот такие вот две зубные щетки. Несмотря на то, что я использую электронную зубную щетку от Хапика и ирригатор от Хапика тоже использую. Иногда я люблю вот почистить именно обычной зубной щеткой. Вообще у меня вот сейчас вот такая вот силиконовая полностью, тоже очень мягкая, не вредит деснам, не повреждает десна и очень тщательно до скрипа вычищает зубную эмаль. И вот такая вот новинка появилась с угольным напылением, по-моему, зубная щетка с угольным напылением, да, кстати. Вот. Черная и белая. Такая красивая дизайн. Такие лаконичные, минималистический дизайн. Классный. Дальше опять заказала Романию белый чай. Это такой вот свежий, классный. Такой легкий, ненавязчивый. Невозможно с ним переборщить. Можно добавлять к любому аромату. Если у вас очень сладкий, вы можете добавить вот это один пшик белого чая, и он станет менее такой удушающий, менее насыщенный ваш сладкий аромат, потому что моноароматы комбинируются и добавляются до любого аромата, к любому аромату. Понятное дело, масочки, очень много масочек, тканевые маски мне очень нравятся, они не делают ничего сверхъестественного, но они выравнивают тон лица и хорошо увлажняют кожу. Здесь есть лифтинг, восстановление, питание, смягчение и тому подобное. Вот эти масочки я заказываю для того, чтобы класть в подарочек девочки, когда заказывают у меня посылочки, я всегда кладу вот такую вот одну масочку для того, чтобы девочкам был такой вот приятный бонус в посылке. Что однозначно хочу порекомендовать, это водный спрей-освежитель воздуха. Обалденно пахнет, держится очень долго, аромат в ванной комнате, в туалетной комнате, и очень такой вот насыщенный, яркий, классный и долгоиграющий аромат. Поэтому мне очень нравится. Это свежесть фруктов. У меня есть еще, по-моему, с вишней какой-то. Дальше, наконец-то, я угадала с вот этой вот тушью для глаз. Это Secret Story. Мне все туши из этой серии нравятся, но сам факт того, что есть такой вот красивый силиконовый, вернее, бархатный, больше силиконовый, красивый бархатный чехольчик, меня безумно радует и очень так вот красиво, дорого смотрится. Поэтому, если вы смотрите подарочек какой-то из декоративной косметики, такой выбор вот этой туши будет очень кстати, потому что и дизайн очень красивый, щеточка универсальная, еще и в упаковке очень красивая, поэтому тоже достаточно бюджетно стоит, очень классно работает. И последнее, что я заказала, это руки в креме у меня. Такие вот тени для глаз, которые у меня закончились. У меня закончился мой основной цвет, который я использую для бровей, для оформления бровей. Это вот этот вот серо-коричневый. Это перламутровый оттенок, но он абсолютно не блестит, не мерцает на бровях. И я его использую ежедневно. Вот я показывала вам, когда делала макияж, показывала, что у меня там уже осталось дно на вот этом темном цвете. Очень красивая тоже упаковка, дорого смотрится. И вообще Secret Story очень классное оформление декоративной косметики. Я очень давно хотела попасть на эту тушь. Брала серебряную, брала золотую, но они были без мешочков. А вот сам мешочек меня очень радует. Положить в косметичку очень классно и приятно носить с собой. Ну и крем для рук. Это вот такая вот серия Beauty Cafe. Вишневый конфитюр. Вот сейчас намазала ручки, потому что с Максом гуляли на улице и немножко обветрились. У нас мороз -5. Вот ногтики мои новые отрастают очень быстро. Вот, поэтому очень нежный, не оставляет жирного такого слоя и не остается на одежде. Не липкий. Тоже вот эту вот серию Beauty Cafe обожаю. Поэтому вот такой вот заказ у меня был. Однозначно присмотритесь к вот этому наборчику,
Комбинация очень полезная. Можно использовать для рук, для лица и для губ. И вот эти вот новинки. Не новинки, а постоянные бестселлеры из серии Secret Story. Упаковки потрясающие. Качество тоже шикарное. Поэтому всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Буду с удовольствием пробовать вот эти щеточки. И Максу тоже отдам. Сейчас пойду. Они, кстати, пошли купаться.